Друзья, всем доброго времени суток. Итак, в какую реальность мы можем сместиться? Мы можем сместиться только в ту реальность, которую мы видели, слышали, впечатлялись, думали, как-то с ней соприкасались. То есть у нас есть, как бы так сказать, своя база данных, куда мы можем сместиться. И образно эту базу данных можно представить в виде колоды карт. Вот если вы когда-нибудь видели колоду карт Таро, то есть там есть 78 карт, картинок, и каждая картинка – это, в принципе, про какую-то реальность. Мы можем вытянуть любую колоду из своей базы данных и сместиться туда с помощью практики квантовое смещение. Если у нас этого в колоде, в нашей базе данных нет, мы это сместиться не можем. Ну, например, есть какой-то условный город А в Африке, о котором я никогда не слышала, соответственно, сместиться я туда не могу. Но у нас есть зеркальные нейроны, и благодаря им мы можем эту базу данных, свою базу данных постоянно пополнять. И потом только решать, а куда именно мне бы хотелось сместиться. Ну, например, из моего последнего опыта я общалась с очень близким мне человеком, и она сказала, что у нее есть мечта поменять того повара, который у нее сейчас, на повара из Италии. И вы знаете, у меня было такое недоумение. Во-первых, у людей есть не просто помощники, которые приходят по дому, помогают убирать, а у людей, оказывается, еще есть свои личные повара. Я не то чтобы фильмы не смотрела и не знала, что так бывает, но просто в моем окружении таких людей, которые имеют своего личного повара, не было. И вот я впечатлилась тем, что у близкого мне человека есть личный повар. То есть, если я контактирую с этим человеком, то, в принципе, это реально и мне. И мало того, что есть личный повар, так это еще можно выбрать его из Италии, оказывается. И вот благодаря зеркальным нейронам вот эту карту я докладываю в свою базу данных. И, в принципе, когда-нибудь у меня может возникнуть желание сместиться в реальность, где есть у меня повар-итальянец. Поэтому в какие реальности мы можем смещаться? Мы можем смещаться только в реальности своей базы данных. Поэтому очень важно... И вы знаете, есть такое, что скажи мне там, кто твои друзья, и скажу, кто ты. Или там, назови мне там доход своих, там, не знаю, 10 друзей, и я скажу, сколько зарабатываешь ты. Очень важно ваше окружение, потому что зеркальные нейроны работают, хотите вы этого или нет. Поэтому очень важно, что вы считываете, очень важно, чем вы впечатляетесь, и очень важно, чем вы пополняете свою базу данных тех мест, куда вы можете сместиться. Кому интересно узнать поподробнее о квантовой физике сознания и узнать о том месте, откуда я беру, в принципе, ту информацию, которую, с которой я делюсь с вами, заходите просто под этим видео, там есть вся информация.